Так, я включу запись. Значит, продолжаем обсуждать Джуля. Кстати, не уверен, что он сейчас запустится. Нет, запустился. Или нет, не запустился. Сейчас, я случайно, точнее, в какой-то мере специально снес все пакеты. И теперь он, у меня кажется, не должен запуститься. Но сейчас, я думаю, я его восстановлю. Один из пакетов, который мне нужен. Так. Сейчас, одну секунду. Эта штука устанавливается. Так, все вроде запустилось. Так, смотрите, значит, чего я еще хотел сказать. Значит, во-первых, просто по языку есть некоторые важные отличия от Python, которые мы не успели обсудить. Значит, во-первых, ну, как вы, возможно, помните, в Python есть так называемые лямбда-функции, функции, которые не имеют имени. И в Джуля они тоже есть, и более того, используются более активно, чем в Питоне. Ну, давайте я приведу пару примеров. Допустим, у меня есть какой-нибудь массивчик. 1, 2, 10, 40. И есть функция map, которая применяет некоторое преобразование ко всем элементам массива. В общем, в Питоне тоже есть. Тоже такая, похоже, по крайней мере, функция есть. И давайте я покажу, как она работает. Давайте сделаем какое-нибудь преобразование. Значит, ну вот, собственно говоря, вот эта штука — это анонимная функция. Ну вот так вот через стрелочку она записывается. То есть это функция, которая x переводит в x квадрат.
Значит, через стрелочку записываются те функции, которые, ну, вот, похожи на питоновские лямбды, то есть функции, занимающие одну строчку, как правило, это вот что-нибудь вроде там, каких-нибудь вот таких вот штук. Допустим, x, синус x плюс 1. Вот это вот какая-то такая функция, которая описывается просто тем, что она возвращает. Вот. Но в отличие от Python, в Julia можно создать анонимную функцию, которая будет содержать больше, чем одну строчку. И значит, делается это как-то так. Значит, просто нужно написать что-то в таком роде. Значит, мне нужно сказать, что я объявляю функцию. Значит, просто функция x. И дальше я могу писать здесь все, что угодно, например, y равняется x в квадрате, если y больше 10, вернуть x, иначе вернуть y. Ну, в общем, я что-то такое от фонаря написал. Это, конечно, не заработает, потому что нужно... Вот, значит, вот тут вот я как бы функцию создал, но вот по идее я должен был бы здесь написать какое-то имя. Но ты никакого имени не пишу, а пишу просто, просто создаю анонимную функцию. И эту анонимную функцию я могу куда-нибудь подставить, например, вот в map. Давайте. Получается, не очень-то симпатично, но почему бы и нет. Значит, вот такая странная функция, которая числа. Сейчас, что-то она как-то странно применилась. Значит, по идее, у меня, если y больше 10, то должен был вернуться y. Почему-то он не вернулся. Ну-ка. Что ему тут не нравится? Сейчас, что у нас в R? Почему он остался, каким был? Так работает. А, ну да, понятно. Все правильно у нас работает. Это у меня функция странно написана. Давайте вот так сделаю. Вот. Ну вот в питоне такого написать нельзя, потому что в питоне нет многострочных анонимных функций, а тут есть. Но на самом деле вот так значит, обычно не пишут, обычно пишут немножко по-другому. Обычно пишут вот так. Сейчас, здесь нужно было написать, какая переменная у меня в этой функции есть, иначе она так не работает. Вот так работает. То есть, смотрите, что здесь происходит. Вот эта штука, команда do, она создает анонимную функцию, тело которое написано вот тут, ее аргументы перечислены здесь, и подставляет эту анонимную функцию в качестве первого аргумента вот в этом, вот в той функции, которая написана тут, вот в данном случае вот в этом мэпе.
И это такой распространенный в Джулиа способ, как вы можете модифицировать поведение какого-то кода. Это обернуть его вот в такую вот анонимную функцию и дальше передать эту анонимную функцию какой-то другой функции, которая что-то с этим сделает. Например, если я хочу открыть какой-то файл, значит, есть у меня тут какие-нибудь файлы. Так не работает. Командная строка тут не работает. Да, ну вот, например, я могу сделать что-нибудь в таком роде. Open titled txt для чтения. И дальше я могу с вот этим вот f работать, как если бы, значит, это был бы просто файловый объект. Ого. Он мне его прочитал как 116-элементный вектор uint8. uint8 — это целое число, которое занимает 8 бит в памяти, то есть без знака, то есть это просто число от 0 до 255. Понятно, он мне сейчас просто по байтам все это считал, но давайте мы скажем, чтобы он это превратил бы в строчку. Ну вот, пожалуйста, мы получили нашу строку. Так, ну-ка, интересно, если я здесь просто сделаю вот так, оно так сработает или нет? Нет, потому что вот этот s был определен внутри функции, и снаружи его не видно, но я мог бы просто сделать, например, вот так. Вот, значит, это штука, которая похожа на конструкцию with, ну, по крайней мере, по своим целям она похожа на конструкцию with в Python, но, как видите, работает немножко с помощью другого инструментария. Теоретически можно было бы сделать то же самое, просто передав такую штуку. Вот, значит, вот такой код. Ну, хорошо, давайте я здесь тоже поставлю. Значит, вот эти два фрагмента кода эквивалентно делают одно и то же. Вот. Ну, хорошо. Значит, это первая штука, про которую я хотел поговорить. Вторая штука вот какая. Значит, в Питоне мы привыкли к тому, что нас всячески окружают словари. Весь Питон, он, в общем-то, построен вокруг словарей. Почти все, что угодно в Питоне, в конечном итоге сводится к словарям. В Джулиа не так, словари здесь тоже есть, но используется гораздо меньше. Ну, дело в том, что когда у вас есть словарь, не совсем понятно, чего означают его поля. И в Джулиа вместо этого как правило, предпочитают использовать другой тип данных, которые называются struct. Это такой тип данных, в которых вы можете создать как бы несколько полей у объекта. Ну, ближайший аналог struct в Python — это класс. Хотя словари в Julia тоже есть. Собственно говоря, есть вот такая вот штука — dict. И сюда можно передать что-нибудь, например. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Сейчас проверим, не ошибся ли я с синтаксисом. Вроде бы не ошибся. Ну вот эта штука, которая очень похожа на то, что было в Питоне. Да, мы можем обращаться по
ключам. Значит, в отличие от Python, где словари создаются с помощью записей, разделяемых, где ключи значения разделяются запятой, здесь они разделяются такой вот стрелочкой. Это, ну, собственно говоря, если вы пишете какую-нибудь вот такую штуку, это специальный объект, у него есть тип, который называется пара. Pair. Вот. И, ну, опять же, и как вы помните, например, в Python у словарей есть метод get, который позволяет получить какой-то, ну, значит, запросить какой-то объект из словаря, если он там есть, если есть запись с соответствующим ключом, то он возвращается, а если нет, тогда возвращается что-то другое. Ну вот в, значит, в Julia есть такая штука, значит, get, она устроена немножко по-другому. Давайте посмотрим, правильно я помню синтаксис, collection key default. Да, значит, можно сделать вот так. Допустим. Что ему не нравится? Наверное, ему не нравится то, что у меня default не написан. Да. Вот так работает. А можно сделать такую штуку. Значит, что здесь происходит? Опять же, у функции get есть немножко другая спецификация, которая, у которой первым аргументом является функция, которая не принимает никаких аргументов, такая анонимная функция. И в данном случае у меня эта анонимная функция вот так вот, вот такой получилась. И дальше вот такая вещь. То есть какая разница между вот этим get и вот этим get? То, что здесь происходит такая штука. Если вот этот элемент с вот такой, с вот таким вот ключом не найден в этом словаре, то вместо того, чтобы возвращать дефолтное значение, вызывается вот эта функция. Ну, а дальше чего-то она такое делает, что-то возвращает, и вот что она вернула, то, то нам и возвращается. Ну, и опять же, вот эта запись эквивалентна вот этой записи. Так что вы можете встретиться с вот этим do в разных ситуациях. Вот, да, надо сказать, что в Julia в качестве ключей для словарей, как правило, используют не строки, а некоторую другую штуку, которая нам сейчас еще будет встречаться в разных других контекстах. А именно в Julia есть такое понятие некоторого абстрактного символа. Но, значит, допустим, давайте я сейчас здесь сделаю какой-нибудь словарик. Значит, и выглядит он будет как-нибудь вот так. Значит, вот это двоеточие с последующей строчкой, оно создает объект, который имеет тип символ. Ну, собственно говоря, здесь видно, что это дикт, у которого ключами являются символы, а значениями целые числа. И как бы вот этот вот самый символ, это, ну, по сути, это штука, которая примерно то же самое, что и обычная строчка, но по смыслу это не строка, а вот какой-то идентификатор. Значит, можно посмотреть на... собственно говоря, самый символ можно создать вот таким вот образом, это будет то же самое. Вот. Соответственно, чтобы отличать и, как бы, идентификаторы от строчек, в Julia используют вот эти самые символы. И мы сейчас с ними еще столкнемся. Но давайте, раз уж я про это заговорил, давайте я еще покажу создание структур. Значит,
Значит, допустим, я хочу создать структуру student, ну и у него будет, допустим, first name, и я описываю это как строку, last name тоже строка, и, допустим, additional info, которую я никак не специфицирую. И теперь я могу попробовать создать студента. Так не получается. Давайте здесь сделаем. Интересно, если я явно передам nothing. Да, так можно. Опять же, с похожими штуками мы сталкивались в питоне, когда мы создаем какой-то объект, и фактически вот эта вот штука вызывается как конструктор, и дальше можно обращаться к атрибутам, которые у нас здесь есть. Ну вот он nothing воспринимает действительно как пустоту, ведь он даже ничего не печатает мне. Хотя, в принципе, если я очень хочу посмотреть на то, что это такое. Ну, вот это специальный объект типа nothing. Видите, здесь nothing с большой буквы. Это название класса, которому, там, название типа вот этого объекта nothing. Вот. Ну, в общем, дальше, в принципе, работать с этими самыми структурами можно примерно так же, как мы привыкли работать с классами в Python. Ну, а если вы проходили Java, то вам тоже такого рода штуковина с какими-то фиксированными полями. Некоторые из этих полей, как видите, мы указали, какой у них бывает тип. То есть, например, если я попробую переименовать Alice так, чтобы у нее имя оказалось равное 123, то у нас ничего не получится. И создать студента с таким именем тоже нельзя. Потому что мы явно задали, что тип и у first name тип строка. Интересно, кстати, а можно сделать вот так? Нет, тоже нельзя. Ну ладно. Вот, ну ладно, я не хочу сильно погружаться в систему типов. В Java это отдельная история. Вот. Собственно говоря, в тех случаях, когда вы хотите, ну, то есть, окей, в Python довольно часто бывает ситуация, когда вы создаете словарь, хотя на самом деле вам нужно что-то вроде структуры, потому что вы заранее уже знаете, какого типа ключи там будут в этом словаре. Ну, на самом деле в Python есть альтернатива, вы можете создавать в этом случае не словарь, а то, что называется name tuple, то есть tuples, кортеж, у которого элементы имеют какие-то имена. Вот. Но часто используются именно словари в этом контексте. Ну, здесь словари используются пореже. Вот. Ну, хорошо. Давайте я... Кстати, вот такая штука, кажется, тоже сработает. Да. Как видите, здесь после точки можно написать символ first name, и это тоже сработает. Тебе интересно, вот так сработает? Так не работает. Потому что это getIndex. Ну и ладно. Хорошо. Давайте я теперь покажу немножко каких-то более прикладных вещей, наверное. А, вот. Еще одну штуку забыл вам сказать. Тоже сильно отличает Julia от какого-нибудь Python или даже от R. Значит, дело в том, что здесь есть строковый тип данных, но если я возьму какой-то отдельный символ в строке, то я получу штуку, которая называется символ. Значит, в
Джуля, символы и строки — это разные штуки. Хотя, если я сконкатенирую два символа, то получится строка. Вот. Это на самом деле концептуально мне нравится, и я время от времени страдаю от того, что в питоне символы и строки — это разные объекты. Ну, в частности, кстати, в Джуля, как видите, здесь для того, чтобы задать символ, используется одиночная кавычка. Вот это символ. А вот это строка, состоящая из одного символа. Это разные вещи. Вот. По крайней мере, он знает, что «ы» — это тоже буква. Выдает какую-то информацию про юникодный код этого символа. Вот, ну хорошо. В целом, конечно, про язык можно еще долго рассказывать, а про совсем долго у меня, скорее всего, было бы не получилось. Но давайте перейдем к чему-то более практическому. Значит, смотрите, я хотел показать про всякие библиотечки, которые тут есть. Ну, давайте начнем с какой-нибудь работы с данными, с каких-нибудь датафреймов. Тут тоже есть несколько библиотек, которые позволяют работать с табличками. Ну, на самом деле, если мы зайдем просто на главную страницу JuliaLang, там будет... список некоторых библиотек. Вот здесь есть всякие примеры, для чего можно его использовать. И в частности, вот история про датафреймы. Значит, тут есть, ну, по всей видимости, самая такая развитая сейчас библиотека называется DataFrames.gl. Есть вот такая библиотечка Queryverse, которая похожа на Tidyverse. И она, кажется, чуть-чуть менее развита. Ну, давайте пока что начнем с Tidyverse. Простите, начнем вот с этого DataFrames.gl. Значит, нам нужно будет его сейчас поставить. Я просто скопирую. Значит, сейчас он установится.
Установка пакетов тут занимает побольше времени, чем в питоне. Ну, отчасти это связано с тем, что в отличие от питона, Джуля такой компилируемый, динамически компилируемый язык. И компиляция, как правило, занимает какое-то время. Ну, питон тоже в какой-то мере компилируемый, но в меньшей мере, чем Джуля. Сейчас я надеюсь, что-нибудь поставится. Угу. Так, поставилось. Сейчас мы его подключим. Ну и давайте сделаем какой-нибудь датафрейм. Значит, вот он наш датафрейм. Здесь нам сразу сообщают, какого типа каждый столбец. Ну и дальше к столбцам можно по-разному обращаться. Но вот так, например, нельзя. Зато можно обращаться вот так. Или... вот так, или вот так. В общем, несколько способов, как можно обратиться к столбцу. Значит, обратите внимание, что я здесь пишу восклицательный знак. Восклицательный знак позволяет мне... ну, он просто говорит, что вот здесь вот ничего не написано. Но теоретически можно было бы то же самое сделать вот таким образом. Но есть некоторое различие. Потому что если я пишу восклицательный знак, то я действительно обращаюсь вот ровно к тому самому объекту, который лежит в соответствующем столбце. А если я использую двоеточие, то это все равно, что я беру срез, и в этом случае у меня возвращается копия. То есть если я попробую, например, значит, вот здесь вот что-нибудь, как-то модифицировать эту штуку. Ну, кстати, интересно, вот если я здесь ее модифицирую, что будет? Вот так напишу. Да, вот видно, что здесь я, вот здесь она модифицировалась, видите, я записал число 100 сюда. А если бы я сделал бы вот так, то никакой модификации не происходит, потому что вот эта штука — это копия исходного столбца, а не сам столбец. Ну, с чем-то похожим мы уже сталкивались, когда обсуждали Pandas, там черт ногу сломит, когда у нас возникает копия, когда ссылки на исходные объекты. Ну вот здесь, по крайней мере, решили в явной форме добавить синтактическую штуку, которая явно показывает, что нам нужен ровно вот тот столбец, который мы запрашиваем, а не его копия. Вот. Ну, в целом, функциональность датфреймов похожая на то, что есть в Pandas или в Tidyverse. Ну, что можно сделать с датфреймом? Давайте какую-нибудь выборку сделаем. Скажем, хочу сделать выбор по условию. Значит, опять же, всегда можно сделать такую штуку. Df, например, x больше 10.
Это не нравится ему такое. Да, тоже здесь двоеточие нужно написать. А, значит, что здесь происходит? Это очень похоже на то, что было в... Pandas, значит, я применил к DFX, применил операцию больше, но вот здесь я явно поставил точку, чтобы эта операция сработала именно как поэлементная операция. Видите, просто так не получается, а вот так получается. И дальше получил какой-то вектор, который состоит из ноликов и единичек. Видите, называется битвектор. Явно сказано, что ничего кроме ноликов и единичек здесь не может быть. И дальше использовал эту штуку в качестве индексатора по строчкам. Вот. Ну, я говорю, что это все довольно похоже на то, что было в этом самом, в Pandas. Вот. Ну и в целом библиотека устроена в какой-то мере похожим образом. Значит, я думаю, что там, рассказать подробнее не имеет сейчас смысла. Если вы вдруг будете с этим работать, то я думаю, что вы посмотрите в документацию и увидите, как она работает. Значит, я хотел показать немножко еще про рисование всяких картинок. Давайте попробуем что-нибудь нарисовать. Давайте загрузим какой-нибудь реальный датасет. Интересно, есть у меня какие-нибудь... Как мне загрузить датасет с помощью... Может, он интересно из интернета загружать. CSV. Видимо, нужно файл подсунуть. Ну, давайте попробуем загрузить какой-нибудь датасет. Нет, не найден. Сейчас поставим. Так, значит, что мне нужно? Мне нужен вот этот файлик. Так, что-то ему не нравится. Наверное, нужно здесь написать, что я хочу получить data frame.
Да, считался. Разумным образом считался. Так, и я хочу рисовать картинки. Мне для этого нужен еще один пакет, который называется Plots.js. Ну, вообще, опять же, тут есть несколько разных пакетов для рисования картинок. Самый базовый — это Plots.js, и он, на самом деле, много чего умеет. Давайте мы его тоже поставим. Plots. Что такое? Потому что я неправильно написал. Так, все, скомпилировался. Давайте попробуем какую-нибудь картинку построить. Ну, можно начать с чего-то простого, как... Значит, в интерактивном режиме он может немножко медленно работать, опять же, потому что он каждый раз компилирует соответствующий код, и это может занимать какое-то время. Когда вы... Ну, то есть, если вы пишете какой-то код, который уже будет работать как бы в продакшене, то у вас это... Ну, или просто если вы пишете какой-то код, который сам по себе мучительно сложный, то то время, которое уходит на компиляцию, становится маленьким по сравнению с... общим временем работы скрипта. Ну так, на первый взгляд, в некоторых ситуациях есть ощущение, что Julia тормознутее, чем Python, хотя на самом деле все наоборот. Вот. Ну, собственно говоря, вот пример очень такой похожий на Python. Я задал x и y просто как набор соответствующих значений. Но, в принципе, плот умеет рисовать не только так. Например, я могу сказать плот то, что я хочу нарисовать функцию возведения в квадрат. То есть я передал единственный аргумент, и это лямбда-функция, анонимная функция. И он, как видите, автоматически мне нарисовал
параболку, ну вот я могу сказать, что, допустим, я ее хочу нарисовать, допустим, от минус единицы до трех. И вот, пожалуйста. Даже ничего не нужно указывать, какие значения x должен принимать. Он, в общем, сам догадался, как это сделать. Ну, можно еще что-нибудь сделать, например. Обратите внимание, что вот здесь опять же используются не строчки, а символы. Значит, когда я сказал, что цвет у меня будет, что я хочу сделать, нарисовать эту штуку зелененьким цветом, я использовал символ green. И это, опять же, распространенная ситуация, что если есть какая-то, если есть какие-то идентификаторы, которые, ну, как бы, ну, вот где-то в недрах этой библиотеки написаны идентификаторы вот этих самых цветов. И это не абстрактные, не произвольные строчки, а это вот именно ровно те идентификаторы, которые там написаны. И поэтому здесь действительно используется именно символ, а не строка. Вот. Но давайте попробуем нарисовать какой-нибудь кусочек скаттерплота. Допустим, я хочу... То есть какой-нибудь кусочек этого датафрейма. И это можно сделать. И, тут нужно использовать некоторую магию. Для того, что у Julia есть такая штука, которая называется макросы. Макросы — это такие фрагменты кода, которые модифицируют другие фрагменты кода. То есть вот есть обычные функции, функции принимают на вход свои аргументы и что там с этими аргументами делают. А макросы, они как бы принимают на вход кусочки программы и модифицируют как-то эти кусочки программы. Ну, в частности, я использовал сейчас макрос df, который определен как раз в plots, и он позволяет кусочки, ну, рисовать данные, которые лежат в датафрейме, как-то их визуализировать с помощью стандартных функций, которые вот есть в этом самом библиотеке Plots.js. Ну, вот, например, я могу сказать, что я хочу нарисовать скаттер, и у этого скаттера, допустим, по горизонтальной оси пусть будет чтение, а по вертикальной пусть будет математика. Наверное, нужно как-нибудь вот так сказать. Почему он не определен? Что-то ему нужно еще дополнительно сказать, чтобы он был определен. А, потому что нужно использовать, нужен еще один пакетик. StatsPlots. Он как раз определяет вот эти вот макросы. Я не знаю, кстати, может быть, он у меня уже установлен. Ну ладно, сейчас проверим. Так, поставился. Теперь мы его подключаем и рисуем. Что-то ничего не видно. Почему-то ничего не видно. Если я так сделаю.
Интересно. Если просто вот так. О, так нарисовался. Значит, собственно говоря, вот эта штука эквивалентна тому, что я бы сделал бы scatter dfx, dfy. А, сейчас не x, y, а что там у нас было? Read и math. Вот это одно и то же. Вот. Но мне в целом нравится вот эта идея о том, что здесь разделяются строчки и названия. Здесь сказано, что название столбцов — это вот тоже символы, как видите. Вот. Ну, хорошо, давайте я сейчас покажу еще одну штуку, связанную с рисованием картинок, и заодно мы увидим, почему все-таки действительно имеет смысл использовать Julia для математически тяжелых вычислений. Значит, давайте нарисуем фрактал Мандельброта. Это такая история. Я напомню, что у нас такая штука есть. Вот, допустим, что мы рассмотрим такое отображение f от zc, которое устроено вот так. Это просто отображение, которое отображает комплексную плоскость саму в себя. А здесь z и c — это какие-то комплексные числа. И дальше мы рассмотрим такую последовательность. У нас z0 равняется нулю, а потом каждое следующее z — это результат применения функции f к предыдущему z. И дальше нас интересует такой вопрос. При каких значениях c эта последовательность стремится к бесконечности, а при каких не стремится? Ну вот, для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно нарисовать такую картинку. Давайте попробуем это сделать. Значит, чего мне нужно? Значит, я хочу перебирать всевозможные значения c. Ну, там вот из какого-то диапазона. Значит, c — это комплексное число, то есть оно задается как точка на плоскости. И давайте, значит, мы будем менять разные значения c и смотреть, что получается. Значит, ну давайте я сразу создам выходной массив. Допустим, изначально он заполнен нулями. Значит, мне нужны нули. Давайте у меня пусть будет размер по иксу. Допустим, размер по игреку, допустим, 500 на 500. Значит, я делаю... Заполняю эту штуку нулями, соответственно, у меня будет вот так. Сейчас, значит, если я хочу... Давайте лучше наоборот. У меня первый индекс — это строка. Соответственно, строка — это скорее y-ковая координата. Дальше я хочу сделать, допустим, x минимум минус 2, x максимум, допустим, 1,5, y минимум минус 1, y максимум 1. И давайте я сразу вычислю, с каким шагом мне нужно идти. Это есть x max минус x min. Наверное, этот код можно было бы записать покороче, если бы я использовал какие-то ухищрения, но давайте я уж запишу, как получается. Значит, что теперь я делаю? Теперь я хочу идти значит, допустим, у меня есть внешний цикл. Ну, давайте я скажу так, что пусть у меня есть g от 1 до y size и от 1 до x size.
Значит, это я перебираю все точки на некоторой сетке. Соответственно, мне нужно сделать значение c. Julia поддерживает комплексные числа. И чтобы создать комплексное число, можно использовать слово комплекс. Значит, как оно будет устроено? Значит, это есть x min плюс и умножить на x size. Это вещественная часть. И, соответственно, аналогично будет устроено. Стоп, не x size, а x step. И теперь у меня есть значение z, оно изначально нулевое. Ну, давайте явно напишем, что это комплексное число. И дальше давайте сделаем какую-нибудь переменную max iter. Допустим, 300. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно возвести z в квадрат, прибавить c. И если... модуль z большой. Давайте я сделаю какую-нибудь границу бесконечности, например, 100. Давайте я использую не модуль z, а квадрат модуля z. Здесь есть специальная функция abs2, которая вычисляет квадрат модуля. Это просто проще, чем вычислить модуль. Значит, если вот эта штука больше, чем infinity border, тогда... нам нужно записать в наш массив, в iter. Сейчас, значит, у меня вжитую строчку и iter столбец. Нужно записать, например, текущую итерацию. Ну и все. А, да, и хорошо бы здесь сделать break. Так. Так, ну и кажется, все. Давайте посмотрим, запустится код или нет. Y-step is not defined. Правильно, потому что здесь нужно написать не Y-step, а Y-size. Так, значит, у нас получился какой-то массивчик. Но давайте, значит, чтобы его нарисовать, давайте воспользуюсь функцией heatmap. О, это, в общем, похоже на правду. Давайте только я использую какую-нибудь другую. Ой. Хочу какую-нибудь другую палитру использовать. Давайте попробуем. Нет, другой параметр. По-другому это как называется? Палетта называется, не CMAP. Что такое, что мне нравится? Почему он в одной функции называется палет, а в другой c? Ну хорошо. Ладно, такое мне тоже не нравится.
Давайте я вот что сделаю. Давайте я этот массивчик, давайте я его поделю, например, на 10. О. Вот такая вот картинка гораздо более понятная. Вот, знакомьтесь, это множество Мандельброд, если вдруг вы его еще не видели. Давайте попробуем теперь вот что сделать. Значит, на самом деле, если вы попробуете похожего рода код запустить, ну вот написать, просто портировать этот код на Python и его запустить, то вы увидите, насколько медленнее он будет работать под Python, особенно если у вас размер картинки будет побольше. Допустим, 1000 на 1000 сейчас сделаю. Давайте, ну хорошо, давайте я пока оставлю здесь 500 на 500. Смотрите, на самом деле я хочу сделать вот что. Я хочу нарисовать какую-нибудь анимацию, не единичную картинку, а сделать какую-нибудь анимацию этой штуки. Ну, например, какой-нибудь зум какой-то подходящей точки. Конечно, нужно еще знать, в какую точку, к какой точке этот зум делать. Но давайте сейчас попробуем угадать. Давайте, прежде чем мы сделаем анимацию этого фрактала, давайте я покажу, как здесь, в принципе, можно делать анимацию. Это довольно просто, и я даже удивился, насколько. Значит, опять используется макрос, который, значит, позволяет сделать именно анимацию и сразу получить гифчик, который можно тут же отобразить. Значит, дальше нужно написать, какой у нас есть код. Значит, допустим, давайте сейчас что-нибудь такое сделаем, допустим. Ну вот, бегущая синусоидная волна. Честно говоря, под питоном такого типа код я быстро делать не могу. Ну, то есть просто приходится писать гораздо больше строчек кода, чтобы сделать вот такую простую анимацию. Ну, давайте попробуем сделать с помощью похожей штуки, сделать анимацию для вот этой функции. Соответственно, мне нужно будет теперь запихнуть всю эту штуку, но можно сразу ее запихнуть внутрь какой-то функции. Ну, можно прямо внутрь этого блока. Давайте пока xmin будем менять. Честно говоря, не знаю, насколько быстро все это посчитается. Ну, хорошо, давайте, чтобы оно посчиталось побыстрее, я сделаю побольше шаг. И каждый раз я буду рисовать вот такой хитмэп. Давайте посмотрим, насколько это реалистично вообще. А если получится, тогда сейчас попробуем поиграться с зумом.
О, это я, конечно, молодец. Оно может и получится, только мы ничего не увидим. Давайте вот эту строчку нужно выкинуть. О, не эту. Да, это все-таки, видимо, не так шустро работает, как хотелось бы. Но вот посчиталась какая-то анимация. О, очень шустрая анимация. Так, интересно, как ее попросить? Как ее попросить, чтобы она не так быстро бы отображалась? Фреймрейт как настраивается. Нет, это я так, конечно, умею. Ну, хорошо. Видимо, надо использовать немножко другой синтаксис. Так, какую бы сейчас выбрать окрестность точки? Давайте все-таки здесь сделаем какой-нибудь зум. И здесь сделаем... А, я знаю, где можно посмотреть. Так, давайте сделаем. Как-нибудь. Так, и теперь я хочу... Значит, мне нужны вот такие числа. Значит, x max. Давайте как-нибудь так обозначу.
Не самый симпатичный код, видимо. Так, давайте попробуем запустить, посмотрим, что получится. Угу. О, я ошибся. Здесь должен быть Y, конечно. Давайте для начала сделаем поменьше размер. Так, значит, анимация сохранилась. Давайте попробуем на нее посмотреть. Что нам предлагают? Нам предлагают просто посмотреть вот так. О, работает. Давайте все-таки FPS сделаем поменьше. Да, ну вот. Разрешение, конечно, надо сделать покрупнее, но все-таки что-то можно увидеть. Вот, можете поэкспериментировать, поставить здесь размер побольше и, например, сделать здесь поменьше шаг. Ждать придется подольше, но зато будет интересная картинка. Вот. Ну, в общем, нас, конечно, на питоне вот этот код бы считался бы не несколько минут, как у меня сейчас, а, наверное, часы, если его писать вот в таком же стиле с помощью нескольких циклов. Я когда-то заморочился и написал похожий код с помощью NumPy, но ну, работал он, по-моему, чуть медленнее, чем вот сейчас эта штука, а может быть, примерно так же. Вот. Но с помощью NumPy там его писать довольно нетривиально. Вот, ну вот, наверное, все, что я хотел рассказать. И у нас сегодня, кажется, последняя лекция. А дальше у вас предстоит
Вам предстоит доделать итоговые проекты. Вот. Ну все тогда. Можете, пожалуйста, еще рассказать про шаг? То есть там у нас минус 2,5. Что из этого шаг? Я понял. Смотрите, значит, здесь этот синтаксис не такой, как в Питоне. Вот в этом случае, да? Значит... Второе число — это шаг, а левое и правое — это граница. А в Питоне наоборот. Там было бы сначала левая граница, потом правая граница, потом шаг, работал бы только в целочисленных. Значит, только для целых чисел. Понял, спасибо. Еще вопросы? Хорошо. Ну, все тогда. До свидания. Очень красиво. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо.